Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь вы не уверены в себе, Виктория. Я думаю, что в первую очередь вы хотите от мужчины что-то получать. Очень жаль, что вы не написали, сколько лет вашему молодому человеку. Это было бы крайне полезная информация. Вот. Ну, что-то мне подсказывает, что он вас старше и старше намного. Вот. Так вот, момент здесь какой? Именно момент, что в отношениях, люди вступают, как правило, для того и потому, что хотят другого человека сделать счастливым. Вот. И если вы не хотите его делать счастливым, выбор молодого человека, а хотите больше, например, получать что-то, то это вопрос не любви, это вопрос ваших потребностей, это вопрос вашей склонности к зависимостям, возможно, даже. Понимаете, какая штука? То есть это вопрос того, что вы хотите для себя и как вы это реализуете, ну, вот конкретно вы сами, понимаете, какая штука. То есть, вот этот момент очень, на мой взгляд, важный, по моему мнению. Дальше идем. Вы пишете, что мне 21, состою в отношениях с мужчиной на расстоянии 5000 километров. Прибыли с ним все лето, поеду к нему зимой. Я бы здесь хотел спросить у вас для начала о ваших целях жизненных. Какие у вас жизненные цели? Что вы хотели бы для себя? Чем вы занимаетесь? Какие у вас цели? Вот. Это очень важный момент, на мой взгляд, опять же. Потому что у меня в
сложилось такое впечатление, что вы чересчур чересчур зависимо от этого человека, от мужчины, потому что и поехать вы к нему хотите, и отношения у вас на расстоянии, и почему-то вы говорите про измену, то есть, видимо, вас эта тема волнует тоже. Ну, я так думаю, что она вас волнует, она вас беспокоит, вот. То есть этот момент тоже нужно поисследовать, на мой взгляд. Далее идем. Далее. Значит, мы постоянно на связи, любит меня, я его. Ну, вы можете, на мой взгляд, говорить вы можете говорить о себе. Вы можете говорить о себе, но вы не можете говорить о нем. Наверняка. Вот. То есть это вопрос такого типа. Это вопрос именно вот вашего стремления обобщить. То, что вы пытаетесь обобщить ситуацию. Ну, надо бы понять, а зачем вы пытаетесь обобщить еще. Вот. Далее. Так, есть одно но, он перестал проявлять ко мне нежность. Общение на уровне «Привет, как дела?» не больше. Смотрите, Виктория, какой ему стимул, какой у него стимул, мотив, по-вашему, должен быть проявлять к вам нежность? То есть вот давайте мы все-таки ответим себе на этот вопрос, да? Постараемся ответить себе на этот вопрос. Какой ему смысл проявлять к вам нежность? На данный момент. Можете ли вы ответить на это? Можете ли вы пояснить этот момент? Согласитесь, это важно. Так какой мотив проявлять к вам нежность? Вот, собственно, такая вот история. Такой вот
собственно, момент. Дальше идем. Когда я ему это сказал, он сказал, что ну нет, тех чувств, блин, до этого это мы взрослые люди, и этого они нам ни к чему. Мы привыкли друг к другу. Но он такой человек, для него это так. Я не могу это слышать, потому что я такой человек, что мне надо это слышать, эти нежности, ласковые слова, слова любви. То есть, грубо говоря, вам нужно, чтобы к вам, проявляли любовь. Вот. Понимаете? То есть вы не уверены в себе по факту. Вот. И вам нужно подтверждение того, что вы любимы, да, вот, от своего молодого человека. Но никак не принять его таким, как он есть. Дальше. Вот вы пишете, я не могу это слышать. Из-за чего вы не можете это слышать, Виктория? Почему вы не можете это слышать? Он говорит, что любит, но просто не видит смысла ходить раз на дню, если только со мной. Для меня это самое страшное, когда человек не хочет проявлять нежность. Виктория, судя по тому, что вы пишете, это ваша проблема. Это для вас самое страшное, что человек перестает проявлять нежность. Вам чего-то не хватает. Вы не чувствуете себя самодостаточным. Вы начинаете думать о себе хуже. Вам становится тяжело. Но ведь вы поймите, Виктория, что у человека есть свой ресурс. Он либо может проявлять эмоции, он либо может проявлять нежность. Тогда, когда он это хочет, когда ему это по силам, например. Либо не может. Понимаете? Какая штука. Вот это то, на что вам нужно обратить свое внимание в том числе. Понимаете? Какая штука. Ну, по крайней мере, мне так видится. То есть, на мой взгляд, ваша проблема, она как раз в этом. Понимаете? Какая история? Дальше идем. Он говорит, что мы просто привыкли друг к другу, но как можно привыкнуть, если мы живем далеко друг от друга, и я считаю, что на расстоянии, когда-то нужна эта нежность, что мне делать? Ну, для начала,
проявлять ее. Ведь здесь, если вы считаете, что она нужна, проявляйте ее. Если вы считаете, что она нужна, проявляйте ее. То есть, как бы, в чем проблема в таком случае? Если вы считаете, то вам нужно проявлять, но требовать от человека, на мой взгляд, ну вот, проявление нежности. Это уже явный перебор, потому что, как я уже сказал, человек либо может, либо нет. Знаете, вот то, что вы говорите, что вы считаете, что должно быть так, вы считаете. Я понимаю, что, у вас есть свое мнение по данному вопросу, я понимаю, но мне представляется так, что здесь важно считаться с мнением человека, как раз таки, относительно того, что между вами происходит. Потому что иначе, в противном случае, между вами ничего не получится. В противном случае между вами просто будут постоянные трудности, постоянные терки, постоянные конфликты и так далее. Вот. К сожалению, да? Понимаете, о чем идет речь? Вот, примерно так. Ну и вопрос, что мне делать, да, он как бы реагируется примерно так же. То есть, что делать, чтобы что? Да, то какая цель? Ну вот, какая цель по итогу у вас, например? Вы человека хотите, допустим, переделать? А вы хотите изменить себя, ну, изменить что-то в себе? Что вы хотите? Подумайте. Подумайте, чтобы вы могли ответить сами себе на этот вопрос. Вот. Потому что мне кажется, что это один из основных моментов, на который вам нужно ответить себе самой. Вот. Вот так. Я думаю, вот так вот вам можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам.
Если у вас остались, дополнительные вопросы, может, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, старайтесь относиться к человеку, с которым вы связываете свою жизнь, более ценностно, вот, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится как можно лучше и успешнее.